Лидеры сборной команды Чувашии по женской вольной борьбе Вероника Чумякова, Мария Кузнецова, Евгения Захарченко в эти дни находятся на межрегиональных тренировочных сборах во Владикавказе. Столица Северной Осетии – один из мировых центров вольной борьбы и республиканская школа этого вида спорта в числе лучших на планете. Тренироваться во Владикавказ регулярно приезжают сборные разных стран, рассказала главный тренер сборной команды Чувашии по вольной борьбе Ольга Смирнова. Тренировочные сборы начались 26 мая и продлятся до 7 июня. Вместе с сильнейшими спортсменами из разных регионов страны девушки ведут подготовку к чемпионату России по женской вольной борьбе, который стартует 8 июня во Владикавказе. Чемпионат России по женской вольной борьбе в этом году принимает Каспийск, Дагестан. Соревнования будут проходить с 8 по 11 июня. Как сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России, кроме дипломов и медалей, чемпионки России в каждой весовой категории получат по 150 тысяч рублей, серебряные призеры по 100 тысяч и бронзовые призеры по 50 тысяч рублей. Также предусмотрен приз для личных тренеров-победителей соревнований в размере 50 тысяч рублей. Также принято решение о выделении дополнительного приза чемпионкам России автомобиля Volkswagen Golf.